Здравствуйте, меня зовут Аня, мне 10 лет. Год назад у меня умер прадедушка. Сейчас он находится в этой урне. Я хочу посвятить это видео ему и рассказать историю его жизни. Это мой прадедушка Феликс Петрович Семенов. Ну, то есть часть его праха из этой урны. Он родился в 1924 году в деревне около города Воронежа. Он был очень хороший. У него в семье было 3 брата и 3 сестры, но все они умерли от голода и болезней. Остался только мой прадедушка, и он был самый младший в семье. Когда началась война против Гитлера, прадедушка пошел воевать в армию. Его мама очень боялась за него, но он все равно пошел, чтобы победить Гитлера. В первый день прадедушку ранило осколком снаряда, и он лег в больницу. Ему было очень больно, и он думал, что умрет. В больнице его вылечили, и он снова отправился воевать в Сталинград против Гитлера. Кушать было нечего, и постоянно хотелось есть, но он все равно не сдавался и воевал, сколько нужно. Он с друзьями освободил много стран от фашистов – Белоруссию, Польшу, Прибалтику и еще много других. Потом Гитлер убил себя, а потом война подошла к концу. Прадедушка очень обрадовался, но потом очень огорчился. Когда вернулся домой, а там оказалось, что фашисты сожгли его деревню всю. Когда отступали и убили его маму и других жителей местных. Но фашисты не убили одну девушку, которая потом стала женой прадедушки. А потом они родили моего дедушку Петю, а он родил мою маму Таню. Ну а потом появилась я. Прадедушка очень любил меня, и я очень-очень по нему скучаю и мечтаю, чтобы никогда больше не было войны. Конец.